Prodexpo 2021. У нас новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, какую компанию представляете? Меня зовут Алексеев Александр Владимирович. Я представляю ООО «Галактику». Это замечательная компания, которая производит очень вкусный и честный продукт в республике Мариэл. Располагаемся мы в районном центре Оршанка, поселок Оршанка, ООО «Галактика». Расскажите, пожалуйста, о продукте. Я уже вижу баночки, на них написано «мясо цыпленка», «каша перловая», «мясо утки». Давайте подробненько обо всем. Вы знаете, в одно время, я сам, помимо этого, еще специалист в лесном хозяйстве и достаточно долгое время провел в экспедициях. Последнее время, к сожалению, продукт стал менее качественный. И мы группой партнеров, группой товарищей решили запустить замечательную, честную линейку качественного продукта. В нашем продукте, кроме мяса, соли, перца и лаврушки, ничего нету. Мы работаем именно по ГОСТу. То есть наш продукт относится к линейке премиум-класса высшего сорта. Именно мы делаем упор на качественный, хороший, честный продукт. Естественно, с замечательными вкусовыми качествами. А скажите, пожалуйста, где берете сырье, где закупаетесь, кто ваш партнер? С сырьем у нас, значит, курица, утка. Это наши местные производители. К сожалению, по говядине у нас в республике Мариэл нет достаточного количества сырья, поэтому в этом году было принято решение заняться собственным поголовьем. Поэтому нами был открыт кооператив «Эль-Мари». Очень красивое название. Я думаю, соответственно, как корабль назовешь, так он и поплывет. «Эль-Мари» будет заниматься, помимо того, объединять с точки зрения потребкооперации частников, производителей говядины для того, чтобы обеспечить себя хорошим и качественным сырьем. Это ли не тренд времени? Ходить в походы, покупать для себя продукты, поняв, что качество уже не устраивает, и сделать свою фирму для того, чтобы сделать настоящую, честную продукцию, для того, чтобы не стыдно и вкусно было кушать в походах. Спасибо вам за это. И расскажите о своих планах, с кем вы решили познакомиться на нашей выставке, нашли уже какие-то рабочие контакты. На самом деле очень замечательная выставка, где огромное количество ценных контактов, уже около 10-15 реальных контактов, которые принесет возможность предоставить нашу тушенку на территории Российской Федерации, даже за рубежом. В настоящее время тоже были предварительные договоренности на поставку говядины, которой у нас не хватает, тоже от честных производителей, у которых именно хорошее честное мясо. Спасибо огромное и желаю увидеться в следующем году с еще более расширенной линейкой ваших продуктов. И надеюсь, что мы, конечные пользователи, с удовольствием купим в ближайшем магазине скоро вашу замечательную вкусную продукцию. Спасибо большое. Большое спасибо за добрые слова и тоже всем удачи и здоровья.